события Гоголь Феста 2014. И мы находимся возле музыкальной фреш-сцены, где сегодня выступают замечательные 4 группы, а именно Сингидай, Black Bellow, Balloon и IMU. Следите за нашими новостями и трансляциями, мы будем держать вас в курсе дела. Здравствуйте, я Марта из группы IMU. Скажите, пожалуйста, а как вы решили участвовать в Гоголь Фесте? На самом деле это было очень спонтанное решение. Мы узнали об этом только вчера. Вот реально. Мы не знали, что Sky не будет. Вот так как-то получилось. И мы очень рады, что мы здесь участвуем и очень волнуемся на самом деле. Ну, фестиваль, по-перше, там з історією, з дуже такою довгою, і він поважний, і все таке, тому в певному сенсі це велика честь тут грати. А ось тим паче на відкритті, тим паче в такий момент, коли в країні відбувається самі розумієте що. Ось, тому ми відчуваємо, окрім ще якоїсь такої подяки до організаторів, ще певну відповідальність від того рівня, який ми маємо зробити на сцені. Ну, тому що часи зобов'язують. Это, по сути, наш первый большой фестиваль, поэтому он имеет для нас достаточно большое значение. Посмотрим, как будет аудитория реагировать. Для нас это, ну, сейчас это всего лишь третий концерт, такой большой именно, масштабный, в полном составе. Да, поэтому нам интересно, как это выступать на такой аудитории, на таком большом фестивале.